Запретить госслужащим и депутатам покупать недвижимость за рубежом, предлагают представители Государственной Думы. В парламент будет внесен соответствующий законопроект. Он сейчас находится в стадии разработки. Каких еще инициатив ждать от народных избранников в обзорном материале программы? В России планируют ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов. Законопроект уже внесли на рассмотрение в правительство. Нарушителям, по задумке авторов, будет грозить штрафы до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Речь идет об ужесточении ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов такие государственные фонды, как пенсионный, фонды медицинского и социального страхования. Уголовная ответственность и штрафы будут грозить и тем работодателям, которые пытаются скрыть средства на уплату страховых взносов. А вот поощрение готовят для организаций, работающих социально незащищенными категориями жителей. Для них создают отдельный законопроект. Авторы документа предлагают полностью отменить для них налоговую ставку. Речь идет об организациях, которые помогают инвалидам, беспризорникам и пожилым людям. Отмена налога для них в случае принятия законопроекта запланирована на 1 января 2015 года. Депутаты не оставляют попыток побороть алкоголизацию населения. Готовится новый законопроект о размещении на спиртосодержащей продукции устрашающих картинок. Народные избранники приводят в пример снижение количества курящих, считая, что не последнюю роль в этом сыграло размещение этикеток с последствиями употребления табака. Предполагается, что картинка будет занимать около 40% от общей площади тары напитка. Ну а владельцев сайтов обяжут указывать личную информацию. Такой пункт содержится в последней версии антипиратского законопроекта, внесенного в Госдуму. Он расширит действие закона с фильмов на все виды контента, за исключением фотографий. Владелец сайта будет обязан размещать информацию о себе, начиная от адреса и заканчивая электронной почтой.